Проект «Никулина гора». Ключевой особенностью этого объекта является практически полное отсутствие цветников и клумб. Если разобраться, то потребность в них отсутствует, потому что при разработке и реализации этого проекта основной упор был сделан на натуральность и естественность. По сути, это лес без бурелома и непроходимых дебрей, только очень ухоженный и не лишенный объектов, предназначенных для отдыха на открытом воздухе. Несмотря на кажущуюся простоту, ландшафтным дизайнерам пришлось приложить немало усилий для реализации этого проекта. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.